сегодняшней аудиостатье вы узнаете, как пересадить калатею в домашних условиях. Калатея – излюбленное растение тех, кто ценит красоту листьев и их необычный раскрас. Такого представителя семейства амарантовых можно встретить довольно часто в домашних условиях. К сожалению, это растение относится довольно-таки капризным. Обычно его не советуют для выращивания новичкам. Однако, если вы новичок и вас нисколько не страшат трудности, это растение для вас. Если калатея у вас появилась относительно недавно, то пересадку вам нужно проводить через год. Чем дольше растет у вас дома калатея, тем больше оттягивается период пересадки. То есть, если растение взрослое, то сначала вам нужно пересадить его через 2 года, потом через 3-4 года и так далее. Но не растягивайте пересадку на долгий срок, а также не забрасывайте ее совсем. Пересадка – это полезный процесс. Таким образом, вы можете давать больше пространства для корневой системы, наблюдать непосредственно за ее состоянием и развитием. С каждой пересадкой ваша калатея будет расти активнее и пышнее. Осуществляют пересадку в весенний период. Для нового растения покупается широкий горшок. Он намного предпочтителен, чем глубокий. Землю для калатеи можно купить в обычном магазине, и там же вам подскажут, какой выбрать состав для растения. В норме почва должна быть слабокислой реакции, довольно рыхлой, должна хорошо пропускать воду. Можно попробовать и в домашних условиях приготовить почвенную смесь. Для этого взять песок, перегной, торф, листовую землю и песок пропарить перед добавлением к остальным ингредиентам. На дно горшка необходимо обязательно выложить слой дренажа. Он должен быть достаточно плотным, чтобы вода не застаивалась. Затем на этот же дренажный слой переносится само растение. С ним нужно вести себя аккуратно, переносить только вместе с земляным комом, не нарушая общую структуру растения. Также необходимо не задевать корни, потому что восстанавливаются они очень медленно, и беря во внимание всю привередливость растения, на это пойдет длительный срок. Когда вы поместили калатею, придерживайте ее одной рукой, а второй досыпайте новую почву по бокам в свободные места. Почва должна заполнить полностью все пространство горшка. Но не утрамбовывайте сильно землю, потому что таким образом она утратит свои свойства пропускать воду. Запомните, что земля должна быть рыхлой, поэтому необходимо иногда самостоятельно подкапывать верхнюю часть земли, но не проникая слишком глубоко, чтобы опять-таки не навредить корням резкими движениями или острыми предметами. После пересадки калатеи нужно полить и оставить в полутеневом помещении в состоянии покоя. Для растения любая пересадка – это стресс, поэтому избавьте ее от дополнительных волнений и соблюдайте все те же стандартные условия ухода за растением, уберегая от нежелательных перемен.